Здравствуйте. Сегодня буду пробовать победу завести. Но прежде чем завести, свечи вывернул очень черные. Надо будет их промыть, прожечь. Ну и выставить надо правильно все порядок работы цилиндров. Есть хороший способ. Надо взять кусок газеты и вот так вот скатать шарик и заткнуть. Любой цилиндр, какой вы открутили, так, и от него уже можно плясать будет установку зажигания по проводам. Так, она должна выстрелить, эта газета. Это значит сжатие в данном цилиндре. Оп. Вот выстрел прошел. Теперь до конца доведем мертвую точку. Так, ну да, вот все в мертвой точке у нас. Ага. Так, и установим. Теперь распределим правильно провода. Порядок у нас здесь на этих машинах, ну и вообще на четырех цилиндровых всегда был порядок у нас, что на Волгах, что на Победах, что на Жигулях, на Москвичах. Против часовой стрелки. Первый, третий, четвертый, второй по часовой стрелке у нас идет, ну, наоборот засчитаем. Первый, второй. Здесь первый, второй, четвертый, третий. Вот так. Так. Все, сейчас буду устанавливать правильно провода. Потом будет попытка запуска. Итак, будем запускать. Так, пробуем. Что получится? Крутнуть сначала, что у нас получится. Все отлично. Так, ну очередной этап восстановления, не то что восстановления, а реанимации, будем говорить, автомобиля после длительного стояния. 10 лет она не заводилась, и вот к этому результату пришли. Ну теперь будем ждать весны, чтобы я мог отсюда выехать. Сейчас я как бы в плену. Потому что, во-первых, подъемник, который я сделал, значит, передвижным, прицепным, передвижным, закрывает выход. Вот. Во-вторых, на улице, как говорится, сейчас снег еще и негде там даже будет машину припарковать или где-то поставить этот подъемник. На этом до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.